Чувашия стала лидером по освоению средств индивидуальной программы развития. Об этом говорили на видеоконференции, в которой принял участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. На начало декабря предварительно освоено 72% денежных средств. При этом Чувашия названа в числе лидеров. Кассовое освоение составило и вовсе 100%. Объем финансирования индивидуальных программ развития до 2024 года составляет 50 миллиардов рублей, то есть по 1 миллиарду на каждый регион в год. В случае успешной реализации появится возможность дополнительно получить до 5 миллиардов рублей. То, что сегодня мы получили достаточно высокую оценку по ходу реализации данной программы, это говорит о том, что мы, как и предварительно предполагали, будем претендовать на дополнительные средства и сделаем все для того, чтобы их получить. Наша задача простая – за счет этих мероприятий диверсифицировать экономику, поддержать бизнес и создать благоприятные условия их деятельности. И таким образом создать новые рабочие места, повысить доходы граждан, ну и в целом сделать конкурентную экономику и, как общий итог, улучшить качество жизни в республике.